Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои самые прекрасные на свете зрители. От всей души поздравляю прекрасных женщин с наступающим праздником весны, с 8 марта. И, как всегда, спешу вас проинформировать, что в праздничные дни на Тишинке с 5 по 8 марта пройдет выставка-продажа авторских кукол и игрушек, а на блошином рынке ретро на заводе «Кристалл» с 6 по 8 марта пройдет очередная предпраздничная акция. Ну, о ней я еще вам попозже расскажу. Ну, и поскольку мне еще тяжело посетить одновременно сразу две выставки, прошу вас проголосовать, чтобы вам было интереснее увидеть выставку кукол или побывать на блошином рынке. Жду ваших посланий, обнимаю, целую. Ну а чтобы вам легче было сделать свой выбор, я решила показать фрагменты прошлого международного салона кукол в Москве и с подробной информацией о работе салона кукол и о работе блошиного рынка в праздничные дни с подробной схемой проезда до него.